Здравствуйте, представляем котел варочный на 100 литров с переворотом. Кран слива ДУ-50, крышка разбирается, две половинки убирается. Котел масляный, мощность 2 блока по 5 кВт. Включаем сетевую кнопку. Сзади у нас и кранники уровня, нижний, средний, заливочно-расширительная воронка. Котел масляный, мешалка с турпластовыми скребками. Включаем каждый блок, то есть получается для рубашки, для сырья. Включаем нагрев 5 кВт, 10 кВт. Защита по перегреву, датчик Т32, загорится авария, красная лампочка, при превышении выставляем механически, то есть тут шкала, как бы выставляем на шкале механически, ну и мешалка в ручном режиме, то есть либо в одну сторону, либо в другую. Со скребками работаем по часовой, то есть, ну, при достижении температуры по рубашке, это рубашка, это нижняя рубашка, верхнее сырье, загорится верхнее сырье. Крышку закрываем. Все, котел готов к работе.